Премьера на РЕН-ТВ. На чье имя открывать счет? На свое, не на мое же. Продажные чиновники. Знал нас, предатель. Иностранные спецслужбы и наемные убийцы. Андрей, спаси мою дочь. Защити ее, слышишь? В опасной игре на 600 миллионов долларов. Доигрался? У тебя 2 часа, чтобы сдать все дела. Алло? Вы действительно хотите разобраться? Или вам удобно, что освободилось место? У меня сомнений в вашей виновности нет, Макаров. Евгений Березовский. Что делать, если я сам себя простить не могу? В шпионском боевике «Стрелок 3». Макаров доводит все свои дела до конца. И вся история непобедимого снайпера с самого начала. Скоро на РЕН-ТВ.